Я ничего не могу творить своей властью. Я сужу так, как Бог велит мне, и суд мой праведен. Ибо я исполняю не свою волю, но волю меня пославшего. Если я свидетельствую от своего имени, тогда вы вправе не принимать мои слова как истину. Но есть тот, кто за меня свидетельствует. И я знаю, что его свидетельство обо мне истинно. Когда вы послали своих людей к Иоанну, он засвидетельствовал об истине. Я не нуждаюсь в свидетельстве человека, но говорю это, чтобы вы спаслись. Иоанн был светильник, горящий и светящий. И вы хотели какое-то время радоваться его свету. Но у меня есть свидетельство больше, чем то, что дал Иоанн. То, что я делаю, дела, которые мой отец дал мне совершить, они свидетельствуют обо мне и о том, что отец послал меня. Пославший меня отец сам обо мне свидетельствует. А вы не слышите его глаз, не видите его лица и не храните в сердце его слово, потому что не верите тому, кого он послал. Вы изучаете Писания и через них думаете обрести жизнь вечную, а эти Писания говорят обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Я не пытаюсь снискать славу у людей. Ваше благочестие притворно. Я знаю, что любви к Богу в ваших сердцах нет. Я пришел во имя Отца моего, но вы не принимаете меня. Когда же иной придет от своего имени, вы примете его. Вы любите принимать хвалу друг от друга, но не пытаетесь заслужить хвалу от единого Бога. Как же вы поверите в меня? Но не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Моисей, на которого вы уповаете, будет вашим обвинителем. Если бы вы истинно верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Но если вы не верите его писаниям, как же вы моим словам поверите?